Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Вновь по милости Божией мы встречаем спасительное воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Пасхальное торжество – это величайшая радость, с которой ничто не может сравниться и которую никто не может у нас отнять. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Эти слова пасхального тропаря, как и все Евангелие, говорят о том, что податель нашей жизни победил и нашу смерть. Пасха – свидетельство о том, что мы созданы для вечности. В светозарную пасхальную ночь мы ясно чувствуем это всем сердцем. И радость о Христовом воскресении, о любви и близости Божией побеждает любую нашу человеческую скорбь и немощь. Великий пост этого года у всех православных христиан прошел в тревоге и сердечной боли. Военный конфликт прежде братских, единоверных народов, гибель многих людей – это страшная беда и трагедия, которой нельзя оставаться безучастным. Христос Спаситель ради нас по Своей святой воле принял крестные страдания, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы знаем и верим, что и сегодня Он находится рядом с каждым страдающим человеком и разделяет его боль. Если мы хотим быть близкими Богу, сопричастными Христу, мы также должны принять чужую боль как свою. В любой ситуации мы можем и должны исполнять заповеди – накормить голодного, посетить больного, принять странника, как самого Христа. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Эти апостольские слова очень просто и емко говорят о том, как христиане должны относиться друг к другу. Мы должны крепко, усиленно, всем сердцем молиться Богу о том, чтобы быстрее закончилось военное противостояние, об исцелении пострадавших и упокоении погибших. Молитва Богу с постоянством, с сердечной болью, с доверием к Нему – это самая большая сила, которая способна изменить даже то, что, казалось бы, изменить нельзя. Великий пост – это путь к Пасхе, а жизнь человека – путь к воскресению. И любая скорбь в этом мире, как бы она ни была тяжела, побеждается только одним – победой Христа над человеческим грехом и самой смертью. Дорогие братья и сестры, еще раз от всего сердца поздравляю вас с Днем Светлого Христова Воскресения. От души желаю всем нам умножения любви и благодатного укрепления в вере, долгой и полной пасхальной радости, преодоления с Божьей помощью всех трудностей и скорбей. Воистину воскресе Христос!